Привет. У меня квартира свободна, родаки уехали. Может, ко мне уже венца, кинцо посмотрим? Давай, пошли. Привет, у меня квартира. Пойдем затусим? Ну, давай. Привет. Сужены, ряжены, полюби рабу Божью, яну отмени до гроба. Так, что у нас по списку? Ага, волосы бывшей девушки. Я? Ты что здесь делаешь? А я тут просто сижу. Ну, Муслан, Валер, ты что, меня не следуешь? Да нет, я тут часто сижу. Так, Валер, ты мне поставь. А можно я тебя тут подожду? Блин. Все. Ой, это все мне мороженое. Нет, я себе взял. Да мне. Спасибо. А я знала, что ты на меня запал. Это обязательно было делать? Конечно, мы идем с моими родителями знакомиться. Пошли! Что, так дорого? Да это же рыба с рисом. Я тебе дома таких сушей целую миску наделаю. Господи, как это есть? Китайцы напридумывали палками есть. А что, у вас вилок, что ли, нет? Боже, посмотри, как она держит палочки. А эти вообще васаби соевый соус суют. Как вообще этих людей сюда пускают? Они не умеют есть суши. Так, я не пойму, это ресторан или забегаловка? Что это за суши с беконом? Может быть, вы мне сразу котлеты с рисом принесете и все? Блин, нас заметили. Вот тот парень постоянно смотрит на нас. Сделай нормальное лицо. Блин, это официант. Вообще, жрём дальше. Стой, не ешь, мы не сделали фотки для листы. Вообще-то фоткать суши уже не модно. Давай сделаем бумеранг. Давай, поехали. Нет, я не хочу. Ян, здесь же все безопасно. Маленький движок, быстро не разгонишься. Яна. Ой, ладно, я все знаю. Что тут, не разберусь. Газ, турбо, все хорошо. Все, я погнала. Как это остановить? Нет. Да и вообще, я джентльмен. Девушкам надо уступать. Давай ты первая. Я первый. Время уже кончилось. Классно покатались, да, Ян? Это руль, это педаль тормоза, это газ. Здорово, бандиты! Ну что, сегодня у нас на обзоре вот эта ласточка. Конечно, так себе здесь. И вот это что такое? Мне что, ссать туда надо, а? Спокойной ночи, Лиза. Доброе утро, любимый. О, ты уже проснулся? Тогда я быстренько в душ. Лиза, ну ты скоро! Еще секундочку, мне нужно нанести крем, раскрывающий поры. Моему лицу нужно дышать! Сука, если я сейчас не посру, в радиусе 5 метров никто не сможет дышать! Ой, время крема-то для морщин. Что, опять крем? Какой крем? Я за пивасом. А? Ну и молодец, что напомнил. Нужно антивозрастное нанести. Блять. Лиза, ну ты идешь спать? Сейчас иду. Ночной. Для регенерации кожи. Вы уже подъехали, да? Вы ванную продаете? Да, я. Вот эту ванну, да? Да, то, что было на фото. А вот та свеча тоже была на фото. И кусочек этого столика. Я так понимаю, все можно забрать. Вещь в карте. Так, короче, давай сразу по понятиям. У меня там муж с братом ждут. Я твою ванную собираю. И чтобы потом без претензий, ясно? Да? А это у вас ванна продается, да? А можно я ее потрогаю? Можно я сфоткаю и подружке отправлю посоветоваться? Вот так, так. Вижу, что ванную продаете. Да, вот эту вот. Точно эту ванную продаешь? Да, вот. А свечи вон те не продаете? Нет, не продаю. Очень жаль. Ну тогда до свидания. Так, тетенька, погодите минуточку. Блин, ну это все хуйня, это все не то. Лучше я сейчас сама нарисую и покажу. Слушай, я, короче, хочу дракон. Это как бы не дракон, а это змея. Это головы череп. Ну, чтобы вот так вот, смотри. Ну вот я нарисовала, вот так. Блин, так хочу татуировку, но не знаю, что делать. Ну сделайте то, что любите больше всего. Давайте Инстаграм сториз. А завтра она пропадет? Давай вот это. А это такая большая, будет очень дорого. Давай лучше вот это вот. Хочу жопу, Кардашьян. Я просила, а не о нанотехнологиях. С
Слушайте, я, короче, хочу сделать татуировку сисек. А можно 5-го размера? А ты можешь мне ими перебить? А какое? Андрей. Нет. Давай тогда слезу здесь. Я на первом свидании не даю. Ну, Лиза! Макс, ну давай. Ленивый ты кусок лося. Это всего на 3 минуты. Ну, Лиза! Я вот думаю себе новую приставку купить. Прикольно. Ну ты подумай еще хорошо. Может лучше 5-й PlayStation дождаться? Я, короче, пойду себе приставку новую куплю. Да ты подумай. Пойдет он. Деньги на всякую хрень тратить. Я еще раз такое услышу, ты вообще ходить перестанешь. Любимая, мы будем жить с тобой вместе? Конечно. Слушай, а ты не хочешь купить гараж? Нет, я, конечно, тебя люблю и... Пойми неправильно, но просто твоя рожа реально много в моем цене. Лиза, это вообще-то моя хата. Ну так гараж тоже будет твоим. Лиза, вот думаю, что подарить тебе на днюху? Может, подскажешь? Ой, да подари, что хочешь. Лиза, вот думаю, что подарить тебе на день рождения? Что ты там думаешь? Значит, слушай меня сюда и записывай. Что не заметит, как уж прыг в постель. Ну и где ты был? А можно я возьму машинку с подружками на шопинг-сити? Что делать, Лиза? Можно я вечерком с друзьями в машину? Нет. Ну хоть пивка. Нет. Нет. Ну устал мой. На столе уже все накрыто. А я пойду надевать свой чудо-костюмчик. Ой, ну не, я ничего не хочу. Ну может быть, и попкорн. А и чипсы. И наггетсы с апельсинами. Как ты знаешь, где достать? Придумай что-нибудь, ты же мужик. Ноги убирать надо было, расселись тут, быдло. Тихо, вин начинается. Чего, страшно, да? Это что, это комедия? Ну и комедия пошли. И ты чё? А он чё? А они чё? Да? А ты чё? Да чё вы шикаете? Куда херню смотрите? Тут реальная история любви разворачивается. Да у него там людей убивают, а мы по одному родились. Ну как, ну, там спиной. Не, ну вы видели этого дебила? Как жаль, что он в конце умрет. Я ж не сказала, что убийца-то шофер. Да что вы гудите? Я так знаю, что я красива. Но все равно спасибо. Подалеко есть земля. Уступи дорогу, я же девушка. Мразь. Ой, дорогой, в меня врезался какой-то урод. Я ехала сзади, а он резко затормозил. Развело тут дебилов на дороге. Куда прешь на своем тазике? Права купил, машину купил, ездить не купил. Научись ездить. Здравствуйте. Здрасте. А зачем вы фотографируете? Ну как это зачем? Если вдруг со мной что-то случится, будут знать, кого искать. Поверните лицом, пожалуйста. Здрасте, здрасте. Добрый вечер, с алкоголем не... Рэп, не обижай. Музыку погромче. Журавли. Девушка, с вас 2800 рублей. С меня? Я напишу в Яндекс.Такси, и ты нигде. Послушайте, а это точно эконом? Вы с меня дороже не стерете? А если вот мы на перекрестке перед домом остановимся, то будет дешевле? А если я друзей приглашу по купону, мне будет скидка на следующую поездку? Вот если бы ездили аккуратнее, то меньше бензина тратилось, и поездка была бы дешевле. Круто, я теперь большая, я иду в школу. Блин, лучше бы я еще поспала сраной 1 сентября. Эти гребаные уроки, эти тупые одноклассники. Что, стишок? Да какой стишок? Ладно. Еду в магазин в Санкт-Петербурге. Она жрет мой х**. Чё, вы же сами просили стишок? Да блин, сколько можно базарить? Давайте заканчивайте быстрее, а? Чё, бухнем после линейки, а? Вот этот красавчик будет нести девочку с колокольчиком? Я буду девочкой с колокольчиком.